Я очень рада, что все игроки, кого вызвали, все приехали здоровые, в хорошем настроении, готовы тренироваться. Вот. И вчера, когда мы, у нас такая есть группа лидеров, с кем тренер посоветовался, какой сделать график тренировок, у нас был выбор – тренироваться два раза в день или тренироваться один раз в день, но долго. И когда мы выбрали один день долго, тренер расстроился, но самое главное – игроки расстроились. И это было очень мне радостно, как капитану осознавать, что девчонки готовы работать, а значит, мотивация огромная – выигрывать. Все понимают значимость этих матчей, там, этих матчей, все хотят, значит, играть, выигрывать и быть здесь. We're coaches, we're never happy with it, with everything, so it's like a professional disease. No, I think we have a lot of way to go, but in every window I had last November, this February, at this point, we looked a little shaky, and then by the time the game comes around, we're ready to go. So I trust that's the same. We had the summer, we have a lot of players that been back. Marsha Badeva hasn't been in the summer, but she played WNBA. I'll trust at the right time everything will come together. Right now my biggest concern is that we play solid defense, because we're going to Lithuania first, so on the road, the defense is number one. Я очень рада, что будет матч в Екатеринбурге, и уже природнилась к кольцам, поэтому это очень здорово, и приедут также бабушка и дедушка на игры мои. Вот, и для меня это очень важно. Я жду не дождусь именно этой игры, потому что для меня это вот как привезти самый большой подарок вот именно домой в Екатеринбург. Поэтому, я думаю, девчонки также, все любят Екатеринбург, там магазинов много.